Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 547. На теплоходе имеется равное количество 8-местных и 12-местных спасательных шлюпок, в которых могут разместиться 340 человек. Сколько человек могут разместиться в 8-местных и сколько в 12-местных шлюпках? Ну и давайте сначала запишем краткое условие. У нас есть шлюпки одного вида и второго вида. Давайте такую табличку составим. Здесь мы напишем человек в одной шлюпке, всего шлюпок и всего человек. Человек в одной шлюпке, в шлюпках первого вида помещается 8. Всего их неизвестно сколько, и сколько туда человек поместилось, тоже неизвестно. Второй вид. 12 человек помещается в одну шлюпку и 2 вопросика. Также нам известно, что все вместе это будет 340 человек. И нам нужно ответить на этот вопрос, если известно, что было равное количество 8-местных и 12-местных шлюпок. И первое действие. Давайте найдем количество человек, которые помещаются в одну шлюпку первого вида и в другую шлюпку второго, и в одну шлюпку второго вида. То есть 8 плюс 12, получается 20 человек может поместиться в две шлюпки, одна из которых будет первого вида, а другая второго вида. Так как количество шлюпок и того, и другого вида было одинаково, в каждые две такие шлюпки помещается 20 человек, то есть в каждую пару таких шлюпок помещается 20 человек. То у нас будет таких пар столько, сколько и шлюпок одного вида. Поэтому если мы 340 разделим на 20, человек, которые помещаются в одну пару таких шлюпок, мы получим 17. 17 шлюпок. Это получается у нас 17 вот таких вот пар, которые состоят из одной шлюпки одного вида и одной шлюпки второго вида. Но так как шлюпок, еще раз повторю, было равное количество и того, и другого вида, то количество вот этих вот составленных пар и будет равно количеству шлюпок каждого вида. То есть 17 шлюпок у нас было каждого вида. Соответственно, чтобы узнать, сколько человек поместилось у нас в шлюпке первого вида, нужно 8 умножить на 17. 8 человек в одной шлюпке и 17 всего. 8 умножить на 17 будет 136. 136 человек поместилось в 8-местной шлюпке. Сколько в 12-местные шлюпки поместилось, можно двумя способами узнать. Можно вычитание из общего количества человек, вот этих 136, которые мы уже разместили, или 12 умножить на 17. Ну, мне кажется, легче вычесть. 340 минус 136. 40 минус 36 будет 4, а 300 минус 100 будет 200. То есть мы получаем 204. 204 человека поместилось в 12-местной шлюпке. И выполнили задание 547. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения. На нашем сайте есть вопросы, предложения или пожелания. Подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.